Друзья мои, доброго времени суток, и сегодня я хочу вам показать свои покупки из магазина «Подружка», где проходит акция на корейскую косметику, и при покупке трех каких-то товаров вам один идет бесплатно. Вы на канале Супергекта, желаю вам приятного просмотра, завари чайку, кофейку возьмите, что-нибудь вкусненькое, и погнали заглядывать в этот пакетик, что же я себе приобрела. Вперед! Ну, начнем. Так, первое, что я вам покажу, золотой имбирь кондиционер для волос, марка Харизма Вольтаж. Большой здесь объем, что очень здорово. Я не первый раз беру, потому что мне очень нравится данное средство восстановления и обновления. Вот что нам обещает, и действительно это так. Но до этого я брала другой кондиционер для волос, зато сейчас пользуюсь именно таким шампунем, и у меня будет, в общем-то, тандем, да, полноценный. Это будет и шампунь, и теперь уже кондиционер. 800 мл. Объем. Это достаточно много. Пользоваться этим средством удобно. Шампунь, могу сказать, очень хороший. Отлично питает волосы. Кондиционер оливковый, по-моему, когда я брала, очень хорошо ухаживает за волосами. Прекрасно работает в этом направлении. Соответственно, подозреваю, что и тут будет то же самое. Тем более, нам обещают восстановление и обновление. Обновление это как? Вот, ну, восстановление понятно. Для окрашенных волос это, ну, просто необходимая процедура. Это профессиональная серия. И также тут довольно-таки приятный аромат. Это средство, цену я впишу, во сколько мне вышло. Следующие два по уходу за телом. Первое, это первый раз такое беру. Мне понравилось оформление, яркое, очень приятное. И здесь, кстати говоря, находится пленка сверху. На следующем средстве тоже. Удивительно, что здесь нет. Так, это что у нас? Лосьон для тела из фолио, тенгерин, питательный. Значит, лосьон для тела заметно улучшает внешний вид кожи, восстанавливает ее гладкость, дарит ощущение свежести, оставляет на коже чудный аромат цитрусовых. Насыщенная формула с экстрактами мандарина, лимона, ананаса, апельсина глубоко увлажняет и питает кожу, убирая шелушение. Кожа после использования становится мягкой, нежной и шелковистой, без ощущения липкости. Ну, обещания достаточно хорошие. Оформление классное. Давайте немножко протестируем это средство. А для этого нам потребуется снять пленочку. А зачем я это все снимаю? А, ну, чтобы здесь открыть. А это пусть тут пока остается, наверное. Пусть будет. Так, значит, откроем. Вот такое простое открывание. Уже чем-то апельсиновым пахнет. Так, выдавливаем на руку. Буквально чуть-чуть. Хотя, кстати, я чуть-чуть нажала, но, как видите, выдавилось достаточно много. Вот это аромат средства. Такое очень питательное явно. Жирненькое, но и правда не оставляет липкости. Вот я сейчас еще на ноге тут растираю дополнительно, потому что как-то многовато для руки получилось. Короче, я на данном этапе ни разу не жалею о том, что приобрела это средство. Какое оно питательное. И впитывается, именно чувствую, что увлажнение, прям сильное такое увлажнение, в такую пору, как сейчас, достаточно хорошо использовать подобные средства. И запах, это просто вот нереально круто, нереально крутой запах. Я очень довольна данным продуктом. Он потрясающий, определенно, определенно. Со следующим средством я уже знакома, но не конкретно с этим ароматом. Здесь алоэ вера из фолио. Сейчас на данный момент я как раз заканчиваю вот от эсфолио такое средство. Коэнзим Q10. Здесь очень-очень приятный аромат. Пользоваться удобно. Ну, под конец, как обычно, приходится, конечно, ну, откручивать, чтобы можно было воспользоваться остатками, которых, кстати, немало. Есть такое дело. Очень приятный аромат, сладковатый такой. И при этом напитывает кожу, впитывается, не оставляет липкого слоя. И просто приятное ощущение, да? Очень приятная. Второй раз, к слову говоря, это приобретаю. Ну, а в этот раз решила таки уже познакомиться с алоэ вера. И тут у нас успокаивающий эффект. 500 мл, к слову говоря. Ну, знаете, давайте тоже его протестируем. Несмотря на то, что я планирую 100% уже вот этим пользоваться после окончания вот этого. Тем не менее, просто самой даже любопытен аромата, ждать так долго не хотелось бы.
С другой стороны, раскрывать его тоже, наверное, сейчас неправильно, да? Окей. Давайте тогда лучше сохраню интригу, и потом, когда я до него доберусь и узнаю, какой он, я, во-первых, оставлю в Телеграм, к слову, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, где я периодически что-то выкладываю, и вот, в частности, могу рассказать про него там. Да, когда до него доберусь, в любом случае, это произойдет через какое-то время, а сейчас не буду открывать, пусть он у меня такой в пленочке стоит и ждет. Ну вот и ок. А потом узнаем, узнаем. Ну а уже окончательный результат, имеется в виду вообще по его использованию, все вкупе, да, что вообще о нем я смогу рассказать, это уже после баночки. Но до этого уж точно не скоро. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой Телеграм-канал, и я, когда дойду до него, постараюсь не забыть об этом выложить. Впрочем, вы всегда тоже можете мне напомнить. Ну что ж, на этом мое видео заканчивается. Я надеюсь, оно было для вас интересным и полезным. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пока!